Благодарю за подписку. Всем здорово, ребята. Доброго времени суток. Ну чё, максимально рано запускаю стрим. Здорово. Так, короче, я посмотрел игры, которые мне кидали. Решил, что это, ну, выглядит так, будто действительно это убивает все Battle Royale и людей, которые в них играют. Поэтому надо попробовать. Вот. Так, сейчас, секунду, ребят. Так. А, можно покрасить было. Я думал, это показывает, типа, как что называется, какая часть тела. Блин, в такую игру я уже играл, кстати. Етить! Найс тайминг! Найс тайминг, Крекерс. Разминочка от Sony перед E3. Разминочка от Sony перед E3. Сейчас глянем. Блин, я как будто хромой. Thank you.
знаю, что там за фриза считать эту за первую игру. А, когда точка, это типа рейди. Окей. Тише делается, мне кажется. Не, давайте звук погромче тогда. С FX я не знаю, что такое, но... Вот так вот. Так нормально? Дропы присутствуют. Чуваки, у меня ни одного дропа. Ни одного. Просто ноль, если что. Просто ноль. Настя, да? Можешь мой стрим посмотреть, если что? Типа, по поводу дропов. Смотрю. Все, посмотри, пожалуйста. У меня ни одного лага, ни одного дропа. И FPS 170 сейчас пишет. Блин, игра-то начнется, нет? Вот посмотри, пожалуйста, пару минут. Что-то с твичом, видимо. Ты на какой сервер стримишь? А? А, ты на рестримы его? Не. Да, сервер Твича говнит, похоже. У Твича бывает такое. Ай, блин.
игра не находится, что самое крутое. Благодарю за подписку. Да, на зубы-то вряд ли лагует. Сладкоежка, спасибо большое за подписку тебе. Спасибо большое. Что там крекер скинул? Сейчас, короче, крекер после... Стрипснайпер, спасибо большое за подписку тебе. Короче, Настя стримит. Давайте тоже на рестрим его, что ли, включу. Сейчас. Потому что вчера то же самое было. То есть, типа... Просто лагует и нет. То есть у нас с Настей одинаковый интернет, то есть это точно не мой интернет, вот. Но единственное, мы с Настей стримим на разные сервисы. Она на Restream.io стримит, а я стримлю на Twitch, на Стокгольм, что ли. Пожалуйста, Дигл. Так, релоад меню, это, конечно, хорошо, но лагует-то это. Ну, может быть, меня, кстати, из-за битрейта нагнули, типа, из-за того, что у меня битрейт 7000 стоит. Ой, прическу спалился. Обычно всякие пароли просят придумать там с одной большой, одной маленькой, одной там циферкой. Давайте, если рестримио не поможет, то, скорее всего, ничего не поможет, это Twitch. Это Twitch, скорее всего. Ну, не скорее всего, это точно Twitch, но типа... Работает ли у него хоть что-то, вот еще вопрос, нормально. То есть какой-то сервак должен нормально работать. Давайте сейчас еще одну игру сыграем, если не пролагало, то... Я обожаю это. Я только что пароль сменил. Только что. Жму логин. Не заходит. Вы... Просто как это возможно вообще? Я только что восстановил пароль. Жму логин. Вот сразу же жму логин. Ввожу этот же пароль. Не заходит. О, как это происходит? Окей, восстановлю еще раз. Дигл, спасибо большое тебе за подписку. Спасибо большое. Сейчас, погодите, короче. Блин, только запустил, уже голова болит. Еще раз. Новый пароль. Пишу. Сохраняю. Два раза написал. Без ошибок сразу же, моментально, как и в прошлый раз. Жму логин теперь. Ввожу еще раз пароль заново. О, боже, ну что это? Попробуй через 10 минут, пишет. Короче, ладно, блин, сервисы... Ладно, давайте сейчас тогда подождем. Попробуем. Короче, так еще.
С дропами. Если дропы не пропадут, ну, 10 минут, блин, в любом случае я не могу зайти на аккаунт. Просто гениально. Так. Опа, петуч. Мне кажется, очень тихо стало. Но эта игра мне уже больше PUBG нравится. Блин, интересно, а я могу выпрыгнуть на другой КамАЗ? Так. Поиграли. Блин, можешь пойти на ГГ запустить, реально. Спорим, на Good Game ни одного фриза не будет. Спасибо большое за подписку. Но зато на Good Game чат будет не работать. Сервак вчера менял, но сейчас я рестримы его, короче. Набир, спасибо большое за четвертую твою подписку. Сейчас разберемся. Как же эпично. Как же эпично. Блин, скины тут прикольные. На, троечку выписал. Посмотрите, какие эффекты. Если вы увидите этот кадр, он просто эпичен был. Посмотри вот сейчас на стрим, скажи, что ты видишь. Картинки вижу. Картинки видишь? Успеваешь их рассмотреть? Нет. Ну хотя, да, успеваю, они достаточно долго висят. Опа, 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 опа. Блин, даже у меня теперь игра лагует. Ребят, я не знаю, вот так вот выглядит убийца PUBG. Что я могу сказать. Иди сюда, петуч. Я его достану, ребят. Я не знаю, сколько кадров вы видите, но петуча я должен достать.
Так, сейчас я сам успею посмотреть какую-то часть. Блин, а я запускаю, у меня ни одного пролага, если что. Вот до того момента, как я встал, ни одного пролага не было. Блин, тут челы в пати играют. Они в пати играют. На! Бомжи, блин. Объединились, блин. Я надеюсь, это не пролагало, чат. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это. На кого ты напал, блин? Так, ладно, короче, походу с арбалетом ходим, потому что тут нету больше оружия. Все без патрончиков. Он вышел, походу, типа, я его друга убил. И он, видимо, сказал го в новую. Ну что, нормально, Настя? Хорошо играю? Ну что ты дезморалишь-то? Скажи, что все хорошо. Да я думаю, не в этом дело, на самом деле. Хотя да, скорее всего в этом. Блин, а там, а ты смотрела все это время? Да. А как я чуваку в голову хедшот дал, было видно? Нет. Сука, ну говно игра. Сейчас я жду рестрим, ребят, у меня... 10 минут бан на рестриме из-за того, что... Ну, не знаю даже что. Из-за того, что им не нравится почему-то мой пароль. Поэтому я пока не могу даже сайт открыть. Я думаю, кстати, реально, это PUBG Corporation додосит рестрим... Ой, рестримы его. Додосит сервера этой игры. Мы все понимаем, зачем. Если эта игра будет стабильно работать, я думаю, PUBG мало шансов. Чё ты говоришь? Почему Ryzen? А что почему Ryzen? Это люди любят спрашивать. Второй фраг. Ну второй фраг ни о чем был. Первому я убегал от двоих. Там, короче, петушки затимейтились. Ой, это патроны. Блин, не на М-ку. А, я убегал от двоих с арбалетом, перезарядил, на развороте дал одному из них в голову. Вот так вот, такой я, да. Лагает стрим, походу. Да ладно. Пати и соло в одном лобби. Понял, тогда все ставит на себе. Тогда нормально, тогда не петушки. Какой-то арбалет, в который можно зарядить несколько стрел, типа. Ух ты, кайф. А чё? Не, игра богов, ребят. Все переходим в эту игру. Ссылка в описании. На Папа Джонс кликайте, и там ссылка.
Сейчас, ребят, сори за херню эту. Сейчас надо подождать. К сожалению, пока ничего не сделать. Ёб твою... А, нормально, тут не умираешь. Чё это было? Вот игра богов, а. Если бы не лагал стрим, блин. Да, такого саундтрека многим не хватает играм. О, отлично, мне зашло на рестрим Ио, наконец-то. В этот... Так, где круг? Сейчас, слушайте пока качественный контент. Война. Сейчас, короче, после этого, ребят, перезапущу стрим. Он стреляет. Нет, снайперское ружье, что ли? Как он так стреляет, я его не вижу. Так, ребят, тут где-то противник. Сейчас, ребят, я если на рестриме запущу и ничего не изменится, значит, не судьба. Блин, отвали. Так, сейчас перезапущу, короче, погодите. 5 сек. Так.